Здравствуйте! В эфире новости на Шестом канале. О самом важном в политике, экономике, бизнесе, культуре и спорте. Меня зовут Никита Каргаев. Сегодня в программе. Убирали на совесть, а теперь не могут получить зарплату. Как живут работники клининговой компании? Хожу по помойкам, блин, собираю банки, блин, сдаю и кота кормлю. Если управкомпания обещает пострадавшим ремонт, это не значит, что его сделают быстро. Народному фронту пришлось контролировать ситуацию. Если говорить по рабочим, они приходили на несколько часов. Что, я думаю, нехорошо. Затянули. Массовые мероприятия запретили до 1 января. А как же малыши? Ведь они ждут встречи с Дедом Морозом. Массовые мероприятия, что под ними подразумевается? Это мероприятия с участием различных групп лиц. Во Владимирской области за сутки еще 140 человек заразились коронавирусом, и это новый антирекорд. Такого суточного прироста еще не было за всю пандемию. Общее количество зараженных теперь 13 239. В лидерах антирейтинга по заболевшим за последние сутки Владимир – 35 новых пациентов. Летом меньше заболевало по всей области. На втором месте Гусь-Хрустальный – 15 новых ковид-носителей. Третье место антирейтинга у Мурома – 13 новых заболевших. Общая статистика по области выглядит сейчас так. Так, Владимир – 2399 случаев, Гусь-Хрустальный – 1850, Муром – 1539, Ковров – 1062, Александров – 953, Петушки – 952, Вязники – 664, Юрьев-Польский – 573, Собинка – 517, Кольчугино – 475, Суздаль – 392, Меленки – 354, Горховец – 336, Красная Горбатка – 309, Камешково – 257, Судогда и Киржач – по 220, Радужный – 167 случаев. Летальных исходов за последние сутки 6. Это тоже внушительная цифра. Общая смертность от новой заразы в Владимирской области теперь 319 человек. На фоне большого количества заразившихся и умерших резко упало число выздоравливающих. 126 за минувшие сутки против 221 накануне и 231 в субботу. Победивших коронавирус в нашем регионе теперь 11 169. Так можно ли проводить новогодние праздники в детских садах и школах? Директор департамента образования Ольга Беляева разъяснила порядок проведения массовых мероприятий в школьных и дошкольных учреждениях. Любой родитель мечтает о новогоднем шоу для своего ребенка. В саду малышня с удовольствием скачет в веселых нарядах вокруг елки и получает подарки от Деда Мороза. Дети начальной школы ходят на новогодние представления в колледж искусств и другие культурные учреждения. Обычно родители начинают готовиться к детским новогодним мероприятиям за месяц, шить костюмы, собирать деньги на подарки. Вот и в этом году наступил час X. Но в головах у родителей предновогодняя путаница. Согласно постановлению главного санитарного врача Владимирской области, номер 16 от 30 июня этого года, все массовые мероприятия до 1 января года грядущего запрещены. Но это не значит, что детям нельзя устроить праздник в саду или школе. Ольга Беляева объяснила, как это можно организовать. Массовые мероприятия, что под ними подразумевается? Это мероприятия с участием различных групп лиц. Различные группы лиц в детском саду – это дети из разных групп. Различные группы лиц в школах – это дети из разных классов. Поэтому, конечно, вот таких массовых, веселых праздничных мероприятий ни в школах, ни в детских садах в этом году не будет. Но поскольку возможна групповая и классная изоляция, вот в этом коллективе, в конкретном коллективе, в группе, например, детского сада, в классе, конкретном классе школы, почему там не проводить новогодние праздники? Но только класс. Только класс, без привлечения дополнительных посторонних лиц. Не понимают родители, почему каким-то кружкам и секциям работать можно, а каким-то нет. И тут Ольга Беляева объяснила, здесь нельзя сравнивать. И не надо удивляться тому, что, например, ребенок на футбол ходит и занимается футболом на улице, вот как в парке 850-летия, например, есть группа, я вижу и малышей, и детей взрослого, в общем-то, возраста, да, они играют там в футбол, у них секция на улице, да, они могут это делать, но большие коллективы, хоровые коллективы, например, в музыкальных школах, да, в колледжах культуры, ансамбли большие, там по 40-50 человек, да, эти
Такой не может быть сегодня формат организации учебных занятий. Ольга Беляева еще раз попыталась успокоить родителей. Тотального локдауна власти не планируют. Дети в школах и садах не болеют массово. На данном этапе полностью закрыты на карантин по ОРВИ 4 детских сада и 2 школы, по коронавирусу 1 детский сад. Частично на карантине по ОРВИ находятся 14 общеобразовательных учреждений и 20 дошкольных, а по коронавирусу 20 школ и 11 детских садов. Дети в образовательных организациях фактически не болеют. Сами дети болеют у нас в образовательных организациях, так же, как и в медучреждениях, больше учителя. И причем болеют больше даже не ковидом, а ОРВИ. Ольга Беляева напомнила, решение о переходе на дистанционку руководство школ должно всегда согласовывать с родителями. Елена Масленникова, Артем Михалюта, 6 канал. В городе Камешково 3 сотрудника полиции погибли в ДТП с КАМАЗом. Авария произошла около 23 часов 27 ноября. По предварительной информации МВД, легковой автомобиль Mazda 3 столкнулся с впереди идущим КАМАЗом. Авария произошла на светофоре. Самосвал, груженный песком, ехал в попутном направлении на зеленый свет, когда красная иномарка влетела в него сзади на высокой скорости. За рулем Mazda находился 25-летний местный житель. Помимо него в автомобиле были еще двое пассажиров. Мужчины 1987 и 1985 годов рождения. Как сообщают в пресс-службе полиции, все трое работали в МВД России по Камешковскому району. Но авария произошла в свободное от работы время. Автомобиль был неслужебным. Столкновение было такой силой, что капот Мазды смяло по лобовое стекло. В результате аварии все находившиеся в легковушке погибли. 26-летний водитель КАМАЗа не пострадал. Доследственную проверку по факту ДТП в Камешково проводит и следственный комитет. Среди прочего, он оценивает действия водителя иномарки. В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства дорожной трагедии. Также решением руководства регионального управления внутренних дел создана комиссия для проведения служебной проверки по выяснению причин и условий происшедшего. Не могут добиться выплаты зарплаты. Десятки сотрудников клининговой фирмы остались без денег. Уборщицы подъездов в многоквартирных домах и дворники с октября не получают заработную плату. Хотя работали, говорят, исправно. Дворник Андрей недополучил, по его подсчетам, больше 30 тысяч рублей. Оставшихся денег мужчине хватает только на оплату съемной комнаты. Хожу по помойкам, блин, собираю банки, блин, сдаю и кота кормлю. Хотя бы так. Коту жрать покупаем. У уборщиц клининговых бригад тоже ситуация бедственная. Зарплата и без того небольшая, а ведь у многих семьи кредиты. Остаться без денег в пандемию означает, что лечиться в случае чего будет не на что. При этом условия труда женщины не могут назвать легкими. В среднем за день они вымывали подъезды в 30 многоквартирных домах. Работали с утра до вечера без обеда. Отдыхать было некогда, ведь оплата сдельная и зависит от объема работы. И самое главное, никаких договоров сотрудники клининговой компании с работодателем не заключали. Работали, что называется, на доверии. Раньше ведь зарплату платили исправно. Вы осознавали, что работая без договора, все-таки рискуете? Конечно. Конечно, я понимала. Но у меня такая ситуация, что на моей основной работе, ну, работая 3 дня в неделю, недостаточно было денег, поэтому, ну, мне пришлось, выбора не было, куда еще идти. Поэтому, как подработчик, я решила пару дней вот, ну, вот у них подработать в неделю. И, ну, ведь они платили, и вообще претензий не было, как бы, к людям. Думаю, ну ладно, платит и платит, как бы. А по факту получилось, что мы сейчас остались, ну, практически с носом. При этом своего работодателя уборщицы и дворники не видели. Нанимала их на работу некая клининговая фирма из Иваново. Во Владимире у нее есть представитель, но от него добиться ответов на вопрос, где деньги, люди не смогли. А он никак это не аргументирует. Он просто говорит, идите решайте вопрос с управляющей компанией, потому что они не переводят деньги, не перечисляют. По какой причине он этого не говорит? Клининговая компания обслуживала дома в 2 владимирских управляющих организаций ЖРЭП-8 и ВУК. В одну из них обманутые уборщицы и дворники нагрянули с претензиями. В ЖРЭП-8 пояснили, что к работе ивановской клининговой фирмы возникли вопросы, поэтому и денег она за свою работу не получила. У нас есть определенные недопонимания по объему выполненных работ. Соответственно, сейчас мы запросили у них акт сверки, ждем от них акт сверки, и, соответственно, после этого оставшаяся задолженность будет погашена перед ними.
Я вам сейчас не готов ответить, мы ждем акты сверки. Нам удалось связаться по телефону с руководством Ивановской клининговой фирмы. Ее представитель дал понять, что управляющие компании за услуги по уборке якобы не хотят платить и задолжали уже несколько миллионов рублей. Мы с августа ждем денег от Лука. Ждем, да. Но как бы когда-то мы тоже неделю-то заканчивается, понимаете. Мы же, ну, у нас нет, понимаете, цели-то как бы. Сделать там что-то плохое людям там, да. Есть цель, только нормально разойтись, мирно и все. Но компании ЖЭП и ВУК, ну, видать, не хотят, что ли, я не знаю. Что касается отношений на доверие с работниками, то на этот вопрос руководитель клининговой фирмы ответить оказался не готов. А вот позицию ВУКа мы тоже услышали. Как и в ЖРЭПе, там также ждут от клининговой компании корректировки по актам выполненных работ за октябрь и ноябрь, потому что жители управленцев забросали жалобами на некачественную уборку. Якобы ВУК аж с августа месяца не переводит деньги за обслуживание. Правда, ну неправда. Мы с ними ежемесячно согласовываем акты, самопроверяются выполненные работы. Жалоб очень много. Я такого количества жалоб и обращений от жителей давно не видел. И все же для простых уборщиц и дворников, которые считают, что трудились честно, непонятно, почему из-за разборок управляющих компаний и клининговой фирмы должны страдать простые работяги. Их работодатель нам по телефону пообещал, что деньги фирма все-таки найдет, но когда – непонятно. Так что мириться с этим обманутые люди не захотели и пошли в трудовую инспекцию. Месяц надзорный орган будет проводить проверку. Ну, во-первых, выдается работодателю предостережение о недопустимости нарушений, совершения нарушений, ну, с требованием к устранить, да, и работодатель привлекается к ответственности административной в виде штрафа. Какой штраф? Ну, тут разные у нас статьи будут. Если не заключение трудового договора, то тут идет на должностное лицо от 10 до 20 тысяч рублей, а на юридическое от 50 тысяч рублей выше. Что касается невыплаты заработной платы, тут тоже должностное лицо от 10 до 20 тысяч рублей, юридическое от 30 до 50. Ну а выплаты обещанных зарплат трудовая инспекция сможет добиться при помощи судебных приставов. Никита Королев, Артем Михалюта, 6 канал. Последствия потопа в доме устранены. Этими словами нас встретила жительница одного из домов на улице Северной. В начале октября запустили систему отопления, и старые трубы не выдержали. В результате коммунальной катастрофы здесь обвалилась штукатурка, а там, где она еще держалась, появились многочисленные трещины. Кроме того, просели потолки и пострадало имущество. На место происшествия тогда выехала наша съемочная группа. После выхода сюжета в эфир управляющая компания предложила устранить проблемы за свой счет, вспоминает жительница пострадавшей квартиры. По словам Татьяны Алиевой, причиненный потопом ущерб был оценен в 240 тысяч рублей. Материалы, которые я покупала, то есть я должна буду записать письмо, где мне должны будут вернуть потраченную сумму. В размере, вот как указанной сметной расценки. Напомним, происшествие случилось утром. Всему виной тогда стал порыв отопительной системы на чердаке. В результате потопа серьезно пострадали две квартиры. В помещениях не то что жить, находиться было опасно. Мы тогда сами стали очевидцами последствий порыва отопительной системы. Протечка началась в районе 10 утра. И изначально пострадала детская, где я сейчас и нахожусь. На тот момент здесь было очень много воды. Но на этом коммунальная катастрофа не закончилось. Наибольшее разрушение получил зал. Здесь, по сути, обрушился потолок. И находиться здесь уже опасно. Спустя почти два месяца после выхода нашего сюжета можно убедиться, что ситуация значительно изменилась. Здесь был установлен новый потолок, поклеены обои и впереди ожидается установка новых дверей. Также были заменены полы и постелены линолеум, а отопительная система дома обновлена. Об этом рассказали в Общероссийском народном фронте. Дело в том, что после того, как мы рассказали о бедствии в этом доме, проблемой людей заинтересовались и представители ОНФ. Эксперт-ревизор помогала жильцам этой квартиры вести диалог с управляющей компанией. И все равно на устранение последствий порыва отопительной системы ушло почти два месяца. Могли бы работать и побыстрее, пеняет представитель народного фронта. Но мы настояли, писали, требовали, и решился вопрос. Я думаю, качество ремонта хорошее. Единственное, что ремонт еще не закончил. 7 октября протечка случилась. Я думаю, слишком долго. Если говорить по рабочим, они приходили на несколько часов.
Что я думаю? Нехорошо. Затянули. Как бы там ни было, управкомпания сегодня готова отчитаться, что ремонт выполнен. Ремонтировала, конечно, не сама, а с помощью подрядчика. На той неделе готовились акты по объемам, да, поскольку изначальная смета, ну, была составлена. Сейчас она будет корректироваться в соответствии с теми объемами материалов, которые были там потрачены. Будет мне передано все, и будем оплачивать подрядчику. Без внимания не остались и жители другой пострадавшей квартиры. По словам представителей управкомпании, ущерб другим жильцам будет компенсирован в денежном эквиваленте. Уже на этой неделе необходимые деньги будут переведены, заверили в управляющей компании. Алексей Домнин, Александр Мажаров, 6 канал. Встретились в онлайне. На внеочередном заседании Заксобрания депутаты уже по привычке держали дистанцию по санитарным соображениям. При этом обсудили ряд важных решений. В частности, снизили предпринимателям на упрощенке налоговые ставки. Закон разработали Роман Кавинов и Михаил Максюков. Авторы предлагают снизить ставки по налогам для тех организаций, которые применяли единый налог на вмененный доход. То есть с 15 до 9% доходы минус расходы. Или если свала, то не 6%, а в следующем году будет 4% ставка налога по ОСН для таких субъектов предпринимательства. И тем самым мы позволим более чем 1000 организаций, малых организаций нашей области, которые вынуждены будут перейти на новую систему налогообложения, сделать этот переход более мягким и сохранить, собственно говоря, рабочие места и свой бизнес. Как отмечает один из авторов законопроекта, право применять сниженную налоговую ставку будут иметь только те предприниматели, у которых доходы составляют не менее 70% от общей выручки. Также депутаты одобрили и передачу налога на профессиональный доход в бюджеты муниципалитетов в полном объеме. Такое решение было принято также в связи с отменой налога на вмененный доход. Раньше налог на профессиональный доход в размере 63% полностью зачислялся в областной бюджет, а оставшиеся 37% в фонд ОМС. Сейчас же депутаты решили передать его полностью муниципалитетам. Правда, произойдет это не раньше 2022 года. Дело в том, что пока у налоговых органов не отработаны механизмы до конца определения, в какой именно из муниципалитетов нашей области должен зачисляться этот налог. Поэтому с 2021 году, то есть решение о том, что это доходная часть муниципальных бюджетов будет, но они будут по определенной формуле перераспределены с областного уровня в 2021 году, а с 2022 года уже непосредственно будет поступать в муниципальные бюджеты этот вид налога. Как говорят чиновники, передача средств даст не только стимул развивать малый бизнес на местах, но и поможет повысить сбор налогов с предпринимателей, которые ранее были неплательщиками. Долю 63% законопроектом предлагается передать в бюджеты городских кругов и муниципальных районов. Для чего? Для вывода из тени неучтенных доходов самозанятых, которые осуществляют предпринимательскую деятельность, но не уплачивали до настоящего времени доход. И, соответственно, эти граждане и предприниматели находятся на территории муниципальных образований, и, естественно, более качественная работа будет проведена, если мы передадим их на местный уровень. В этом же законопроекте устанавливаются дополнительные дифференцированные нормативы отчислений в местный бюджет на трехлетний срок с 2021 года. Это также связано с отменой налога на вмененный доход, отмечают в департаменте финансов. При переходе предпринимателя на упрощенку налог делился между областным и муниципальным бюджетом. Из-за этого возникали выпадающие доходы. Поэтому, чтобы восполнить местные бюджеты, область еще с 2016-го начала делегировать муниципалитетам полномочия по сбору налогов. Частично или полностью. Ежегодно мы передавали часть налогов на местный уровень. И в том числе и налога по упрощенной системе налогообложения. С учетом ранее переданных дополнительных доходов, средства в местных бюджетах будут переданы около 1,2 миллиарда. По дифференцированным нормативам эта сумма более 300 миллионов рублей. На онлайн-заседании депутаты признали, что закон о патентной системе налогообложения утратил свою силу. Поэтому его доработали и приняли в новой редакции. Согласно поправкам, расширены виды деятельности, на которые можно приобрести патент. А также предпринимателям дана возможность снизить сумму налога. Этим мы завершаем такой большой этап работы, которую провели по поддержке предпринимателей. И делаем это в последний возможно для этого день. В том числе в связи с этим нам с вами пришлось собраться в очередном заседании. Спасибо.
Как отапливается частный сектор, сотрудники МЧС вышли в рейд напомнить жителям, что в отопительный период риск возникновения пожаров возрастает. В этот раз профилактическая работа на улице Даватора. Зачастую частники согреваются не за счет центрального отопления, а благодаря печному или газовому. Кто-то использует и электрообогреватели. И если в работе они начнут давать сбои, это может стать причиной пожара. Поэтому с началом холодов спасатели раздали жителям памятки с правилами пожарной безопасности и номерами экстренных служб. Там указаны номера телефонов, какие необходимо звонить. Номер 01, 101, номер 112. Если вдруг что-то случится, обязательно позвоните. Стремясь минимизировать риски пожаров в жилье, сотрудники МЧС ежедневно проводят подворовые обходы по частному сектору. Совместно с представителем администрации Ленинского района и со студентами и волонтерами мы напомнили жителям о мерах пожарной безопасности, также о действиях при возникновении пожара, рассказали номера телефонов и экстренных служб и раздали памятки о мерах пожарной безопасности. В ходе рейда в одном из домов сотрудники МЧС выявили острую проблему. Обогрев жилья женщины-инвалида полностью зависит от соседей. Они могут регулировать работу системы отопления по своему усмотрению. Получается, хозяйка мерзнет в собственном доме. Она его уйдет куда-либо уходила, его приворачивала. У меня трубы были холодные. Я спала, сидела в холоде, сплю одетая. Не успеваешь чайники греть, кипятить. Подожди, а отапливаетесь вы чем? Вот котлом. А у нее стоит выключатель на котел. Сотрудники МЧС обсудили ситуацию и с той самой соседкой. Однако решить проблему на месте не удалось. Вот она одета, спит одетая она. И все одета. Говорит, что у вас вот котел якобы на две квартиры, то, что вы регулируете мощность подачи отопления. А платит она за отопление. Чтобы решить проблему с отоплением, в дом к женщине-инвалиду будет приглашен председатель КТОСа. Спасатели предупреждают, впереди зима и нельзя, чтобы люди мерзли в собственных домах. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Если вы стали свидетелем чего-то экстраординарного, то набирайте номер 36 66 66. Если у вас есть темы для журналистских расследований, то звоните по телефону 54 10 30. Еще больше информации вы найдете на нашем сайте 6tv.ru. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Сегодня вечером во Владимирской области пасмурно, ожидается снег с дождем. Температура воздуха составит плюс 1 градус по Цельсию. Завтра днем в нашем регионе пасмурно, возможен мокрый снег. Столбики термометров опустятся до 0 градусов по Цельсию. Ветер южный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 88%.